Спонсор прогноза погоды – Единый центр защиты. Сложно платить кредит? Уменьшите платежи. Избавьтесь от назойливых звонков. Ликвидируйте долги полностью. 248-36-33. В воскресенье в Самарской области пасмурно, осадки в виде дождя, днем плюс 3, плюс 5 градусов, ночью 0, плюс 1. Ветер северный, северо-восточный, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо без осадков, днем плюс 5, ночью 1 выше 0, северный ветер 6 метров в секунду. В Тольятти тучи и дождь, температура воздуха днем плюс 5 градусов, ночью 1 с плюсом, ветер северо-восточный 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно и небольшой дождь, днем плюс 4 градуса, ночью нулевая температура, ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 66%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.